Город примет третий Евразийский литературный фестиваль. Предыдущие два прошли в Крыму и Москве. Тогда участниками стали 3 и 15 стран соответственно. А в Сочи заявки подали уже более 40. Кстати, в Сочи фестиваль «Лифт» приехал не случайно. По правилам этого масштабного просветительского проекта он проводится там, где живет победитель фестиваля. В 2017 году им стал сочинский поэт Александр Випрев. Организаторы литературного форума говорят, что Сочи – это прекрасная площадка для фестиваля писателей и поэтов. Начиная с погоды, с климата, инфраструктуры, гостеприимства людей. Поэтому, конечно, мы рассматриваем город Сочи как самую престижную сегодня мировую площадку. Кстати, участниками фестиваля станут не только писатели и поэты, но и читатели. Для всех участников пройдут мастер-классы, круглые столы, встречи с авторами книг. А еще конкурсы, презентация детского фестиваля «Лифтенок», выставки и даже спортивные состязания. Активное участие в программе форума примут и сочинцы. Насколько это возможно, чтобы и наши сочинцы, наши учителя, наши представители культуры обязательно поучаствовали в образовательном программе этого фестиваля, потому что уникальные спикеры, замечательная программа. Откроется литературный фестиваль, цель которого – объединение писателей и читателей стран Евразии 24 мая в Зимнем театре. Писатели пройдут по красной дорожке, что еще раз подчеркнет престиж этой важной профессии, говорят организаторы. Кстати, один из дней фестиваля «Лифт» совпадет с ежегодным карнавалом в честь открытия курортного сезона. Поэтому в колоннах, возможно, будет много писателей и поэтов. А еще в планах организаторов «Лифта» провести в Сочи световое шоу. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.